Понимаете, импортозамещение, я уже как-то говорил, безусловно, это такая узкая часть всей большой работы, которая сегодня делается. И пример тому есть, это и продукты питания, не только в промышленности, это и продукты питания, и в промышленности комплектующие. Вот совсем недавно был подписан акт на выпуск поездов «Ласточка», где уже опережающими темпами идет замещение импортных комплектующих. Сегодня это уже почти 63%, а по планам должно было быть чуть больше 50%.